Всем приветики, денежки, смотрите, у меня какая деньга есть, 10 тысяч рубля, дали такую, довольно олдовая, датирована 1995 годом. В общем, неважно, дорогие друзья, мы продолжаем играть в игру под названием RDR2, и как вы все помните, в прошлой серии, вы не, как бы не удивляетесь, что мы сейчас находимся в лесу, в прошлой серии мы сходили на, как бы, на поиски одного из друзей, помощника, который сможет нам помочь для того, чтобы мы дали пизды одному уважаемому гостю, который в свою очередь нас подставил на деньги, а мы в свою очередь сделали это ограбление из-за того, что мы хотели уехать в Новую Зеландию. Короче, все сложно. Обязательно посмотрите прошлую серию, а там прошлую серию и так далее. Короче, весь плейлист лучше посмотрите, чтобы больше все понять. По итогу мы спасли этого чувака и... Он нам, наверное, согласился помочь в нашем деле напасть с берега, вроде как, ну, не то чтобы с берега, а с этого, как его, с воды, вроде как. И вот его задание, парящий орел. Или это не его задание, да? Ну-ка, погоди-ка, вот я никогда не понимал, почему нельзя, сука, посмотреть описание задания, почему вот в игре нельзя посмотреть, ну, вот убрать метку, ладно, убираю. Так, вот. Падающий дождь попросил встретиться с его сыном, парящим орлом, и украсть документы компании Корвал Керосина Антар. Я вспомнил. Это было у нас позапрошлой серии, которая плохо отображалась. Посмотрите, нас индеец попросил о том, чтобы мы помогли ему, типа, восстание революции сделать и прочее. Вот, потому что они там не могут. Но посмотрите, у нас, в принципе, сейчас нет никаких заданий, поэтому мы, наверное, поедем туда сейчас, да? Вот, поедем туда и поможем индейцам отбить свое. Сейчас, как раз таки, поглубже в этой ситуации разберемся. Где моя кобылка? Да, конечно, яйца ко мне прибежали. Е нажал, не F, как в прошлый раз, а то все время ебал лошадь. И мы доедем, я уже вернусь. Так, мы подъехали к месту, блядь, тут еще светануло, вот прямо именно тогда, когда в горку начал. Какой-то план, видимо, они какое-то нападение планируют, я помню тоже, в прошлом времени это было. Так, ну-ка давайте посмотрим, спросим. Ну? Бля, мне показалось, у него вместо бинокля бутылка. Да, я помню, позапрошлой серии там говорили то, что какие-то документы типа на них оформили и их хотят выгнать. Вот, и нам надо типа, ну, не допустить этого. Погромче надо. Короче, нам типа камильфо по бабкам туда идти именно. То, что бабки мы там возьмем. В идеале-то, конечно, да. Так, нужно прогрызть на фабрику. Слушай, а вот эта повозка нам нихуя не сделает. Используйте ПКМ, находясь позади повозки, чтобы забраться на нее. Забрался. Нажмите, чтобы включить кинематографический режим, нажмите удерживать ТВ. Во, вот это по кайфу. Бля, пацаны, вот это вот то, вот то, что нам нужно. Вот, никуда ехать не надо, сел повозку, прям поехал, пощемил ему прям туда, куда надо. Вот, а можно это выключить, этот кинематографический режим? Куда мы вообще едем? Давайте, я думаю, до места доберемся, потом я уже включусь, а то, думаю, тут поездка ничем примечательным таким не будет сопровождаться, потому что кучер будет долго ехать, он же NPC ебаный. Но вообще чем-то мне это напомнило Skyrim. Начало. Когда мы по узке ехали. Даже слышите, заиграла песня какая-то. Севера или кого. Ну, блять, из средних веков, короче. Похоже, походу. Так, мы подъезжаем к месту. Нам нужно будет когда-то выбрать нужный момент. Я пока не знаю, какой это момент будет. И вообще, как можно предсказывать то, что... Так, выйти из фургона. Нам нужно по-тихому, типа, блядь, сделать. Как вот... А вдруг он, типа, решил, ну, посмотреть этот фургон, там, не знаю. Блядь, прекратись на фабрику. Ну вот, фабрика сама, мы сюда прокрылись. Тут никого нет, да, я так понял. Бля, люблю стелс-миссии, они такие интересные. Ну, если ты, конечно, реально крадешься. А не как я. На каждую шиповку. На каждого человека, короче, нарываешься. Так вот, мы прокрадываемся. Куда нам нужно? Тут все заняты, это понятное дело.
Это что, у нас не спалит? Убивать я пока никого не собираюсь, потому что, ну, это бред, нет вот смысла. Нас пока никто не видит. Там, там сверху кто-то есть. Тут чувак работает, но нас не видит, это хорошо. Блять, еще один чел. Уборщики. Все так вот как будто спиной, сука, стоят. Вот как будто по канону, блять. Да, потому что режиссер, блять, игры так сказал. Ну как режиссер? Не то чтобы разработчик, короче. Все как по канону, сука, стоят. И мы без проблем залезли на второй этаж. Никакой охраны нет. Тут так вообще никого нет. Ну, только один чел, смотрите, видите? Ну, этот вроде на военного похож, охранник, возможно. Поэтому давайте не будем особо суваться. Надеюсь, он так и продолжит в окно смотреть и думать о том, как он ебет свою телку каждое утро или что там такого. Поэтому давайте мы поаккуратненькому вот так вот пройдем. Да, 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 как мы любим вот это вот все. Так вот, вот. Хоп, Дон Дистрап. Опа! А он не заорет? У нас глушак-то есть? Так, ударить его надо. То есть он ничего не делает нам, да? Опа! О, допрос нахуй! Так. На! Во! Вот это круто! Мужик! Бить будем тогда, когда он не будет соглашаться, вот так вот, я думаю. Так, угрожать. Угрожать будем постоянно, вот бить будем не всегда. Типа это методы разъеба его, да, я так понял? Чё молчим-то? О, шляпа. Хорош. Четвертая шляпа, блять, это уже не шляпа какая-то, берет какой-то. Чё, она здесь где-то? А, вот здесь вот, вот здесь вот. Так, взять папка. Отлично, давай папку. Надеюсь, он не будет сигналить тревогу. Может его завалить вообще? Через окно можно убраться, блять? No. Tell the guard you're fine. Yes, it's just I'm. Они, наверное, слышали шум, я думаю. Ну, да ладно, не так уж важно. Сбегите из кабинета через окно, блять, так и знал, что через окно, сука, через окно так и знал. Блин, надеюсь, он не будет панику творить. Потому что я хуй знает, что это за чел вообще такой. Воу-воу-воу! Миронэйдж на максималках! Давай так, ты иди на... Во! Красавчик! Я про этого чувака подумал. Он все взорвал. Так, ну все, он штук на готове. Тебе пизда. На нахуй. Все, как обычно, все перестрелками заканчивается в играх от Rockstar Games. Это что в GTA 4 у нас было, что, блядь, здесь. Постоянно перестрелки, нахуй. На, нахуй. Кстати, мне нравится вот эта перестрелка на заводе, это выглядит красиво. А я по съебам. Вы как хотите, я по съебам. Воу, 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 осторожно, пацаны, вы чё? Да я же вообще к вам никакого отношения не имею. Вы чё, пацаны, ёма, да какого хера-то? Пацаны! Да я ж только поиграть хотел с вами, какого хера? Чё вообще вы на меня гоните-то? Уборщик даже, ё-моё, пистолет выхватил, какого хера-то? Так, осторожно, 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 осторожно. Тихо, блядь, какой Артур нахуй? А, вон, вон, вижу лошадь свою, вижу свою лошадь, блядь. Вижу кобылу свою, погнали отсюда. Уходим. Фига у него лук, тихуя он ебёт. Как он едет, еще и лука стреляет. Покиньте фабрику вместе с парящим орлом. Да на изи. На изи, на изи, на изи, на изи. Ну чё, они-то бегут? На! О, прям в бушку попало от такого расстояния. Мастер. Ну чё, вроде ушли, да? Чё с... Бля, ты своим луком, ёма, ничего не попадешь, чувак. Лучше пигаль. Да все, оторвались уже. Больше никто не идет за нами, все. Успокойся, чел. Все отлично. Можешь мне сказать пару комплиментов теперь. Ну чё? Норм? Мы долго еще будем бежать-то, блядь?
Да, красавец, чувак, красавец. Да. Папку отдавай ему и все. Бабки только не нашли вроде как. Thank you. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Опа, бабло! Thank you. Берите такой прям как губоты у нас. Бля, такой шляпы я еще не видел на Диком Западе. Она реально похожа, как будто, знаете, СССР, там вот это вот все, 90-е, вот эта херня вся. Забавно довольно. Какая-то у нас вообще быстрая миссия была. Но тут, кстати, недалеко от нас появилась миссия отдачи, как вы видите, да, на карте. Вот если присмотреться, буква Д мы видим. Вот она, буква Д. Дача Виндервальда. И что у нас там? Томас согласился скрытно привести банду на задний двор особняка Бронте. Бронте, если вы не помните, тот чувак, который спиздил Джона, ну, мелкого пиздюка. Вот это вот реально будет, наверное, крутая миссия, я думаю, скорее всего. Чтобы вы могли нанести ему дружеский визит. Я бы дружеский в кавычках, конечно, поставил. Ну, хотя хуй знает, конечно, что там дальше замыслил. Давайте поедем и все узнаем. Мне будет интересно, потому что он нас реально подставил. Он нам сообщил ложную информацию. Он хотел нас упять же решетку. Это не прощается, особенно нами. У нас все строго, у нас ты нас наебал нашу группировку, ты потом получишь полная тартурочка. Это, конечно же, Dutch Mosk операция, он все, конечно, это все, ну, спланирует, но Артурчик все сделает, и такой шляпа, конечно, шляпа такая ему подходит. Я бы не сказал, что шляпка, это кепка, похоже больше на кепку. Или на берет какой-нибудь. Ну, это явно не шляпа. Шляпа, она большая такая. Вы все знаете. Знаете, орущего ковбоя, вот это шляпа у него, а это какая-то, огрызок какой-то. Ладно, давайте пока оставим, и потом я вернусь и уже включусь. Так, я наконец-то дошел. Пришлось, кстати, немного подождать, потому что за мной охотились охотники за головами, и миссия не начиналась из-за того, что я их всех переубивал нахер. Вот эти люди появились, их раньше тут не было. О, Ленни! А ты тут что делаешь? А, это вся наша банда. Ебать! Вместе это блюдо, которое подается холодным. Ща нападем, нахуй. Ща нахуй нападем, реально. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Лодочник поплыл. Тут крокодил-то нет? Кстати, да. Это же Билл, да, вроде? Ебать, у меня одного шляпа странная. Воу-воу, осторожно, блядь. Даже этот чел сказал. Only type of savage in these parts, a moonshine, swilling pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery, savagery of peasants. Блядь, мы помогали индейцам, а он их обзывает, это плохо. У нас только расист, блядь, в лагере, вы о чем? I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Нам нужно его прижучить, нам нужно его завалить, короче. Опа, опа, крокодил. Это опасно. Видели там крокодил был? Ну, я думаю, он нас не нападет. У нас в прошлой миссии крокодил были. Обязательно посмотрите. Так, он нас заберет, мы сейчас сзади, короче, подкрадемся. И как ебанем, блять. Видите, мы хотим шумно или бесшумно? Так, ну. Понятно, понятно, понятно. Пробил. Так, вот поосторожненькому на контроле. Ленни с нами. Если Ленни с нами, у нас все получится, я уверяю вас. Бля, это будет плохо. Суету наведем. Так, погнали. Сейчас я возьму с собой мундштучок и пошли. Так, пошли с тобой. У меня с тобой мундштук будет, у тебя винтовка. Ну, так будет крепче. Я как бы сзади его буду огнем помогать, а он будет спереди палить. Это логично. Так, ну давай, давай. Че, куда идем-то? Так, я помню это место. Помню, мы тут тусили, помню. Да, вот это вот место я помню. Где? Погоди. Не, блядь, не высовывайся, сука.
Че, они слепые, что ли, блядь? Кого нанимают, сука, не понимаю? Вообще не видит, блядь. У меня шапку видно из-за километра, они вообще не видят. У этого тоже шляпа видна. Видите? Ну, если вот так вот посмотреться. Ну, выше, блядь, то понятно, чел смотрит. Вообще все видно. Надо контрол, наверное, нажать. А, их убивать надо? Окей. Все. Я подумал, что убивать их не надо, думаю, скрытно. Все, нахуй так громко, могли бы его втихаря убить. Я, как обычно, начал всю перестрелку. Вау, 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 куда побежал-то, ем? Блять! А тут опасно. Надо винтовочку доставать. Винтовочку надо доставать. Пистолетом тут уже не обойдешься. Мобильный. Мы уже это здание не первый раз обстреливаем. Бля, А, я двухстволку достал, блять, мне нужна винтовка. Ну, она, кстати, тоже нормально ебет, я имею в виду двухстволку, как вы заметили. Но она больше, когда мы вблизи находимся. Так, вот эту бошку! Умри! Damn it, the fuck, damn it, the fuck, die! Пау! Ну-ка, попал! Так, ну-ка дальше. Так, блядь, сколько ж тут охраны-то? Ну, я думаю, не настолько много, чтобы нас убить. Мы же профессиональные киллеры. Бошку. Так, давайте продвигаться, а то мы что-то застряли. Блять, кого-то попали. Я слышу звук чей-то. Может, его вообще тут нет? Давай, врываемся, нахуй. Никак не открыть. Что делать? Это так не работает. Давай. Да чё там копаешься? Убивай, блядь. Выбивай, нахуй. О! Вот теперь, кстати, нам пригодится двустволка. Прямо четко вытащил. Бля, этот уж повалился уже. Тоже... Он, наверное, от страха умер. Бля, да куда? Мне кажется, Бронта нет дома. Мне кажется, Бронта нет дома. Кажется, он не дома. На, нахуй. Ну, он бы вышел давно. Он бы какую-нибудь речь бы спизданул такую важную, знаете. Блядь, где? На, нахуй. Блядь, где? Кто? А! Кто стреляет? Там чел какой-то стреляет. Куда? А, это наши. Так, на, нахуй. Так, еще один. Блядь, патрон что-то качается. На! На! Вот так вот двустолка вообще четко сработано. Так, я наверху буду искать. Блядь! Воу! Воу! Эпик, блядь, эпик! Эпик. Ну такой особняк, конечно, одного оставлять такой себе. Так, тут надо, блядь, тоже быть осторожным. Вау! Обосрался. На! Так, второй патрон. Тут справа, может быть, кто-то тоже есть. Но мне кажется, тут очень много охранников. Так, давай-ка выбиваем. Так, тут никого нет. Блядь, вот какой-то чел. Это ведь не Бронте, да? Или это Бронте? А, вот Бронте, блядь. Все-таки не ушел, я думал, убежал. Стреляй по нему. Ух ты, блядь. По глаз прям попал. Сука, да застреливаем нахуй за такую информацию, блядь. Нас чуть не прикончили. Во! Красавчик. О, давай, кстати, ограбим, реально. Ладно, ладно. Ну, для начала ограбить, ограбить. Для начала пошмонать, а потом уже принести и сказать, что у него... Ебать, было! Перстень у него, короче, 155 баксов было в кармане. Ну ладно, 155 баксов не так уж и много. К даче понесли. Бля, там... Вы слышите свистки? Там, походу, тут копов вызывает. Ну, типа, ковбойских копов. В розыске... А почему только я в розыске? Почему только я? Почему только я? Как? А, у меня пукали есть. Ну ничего, с телом будем стрелять, понятно. Так, ладно. Вперед, вперед, вперед. Нам нужно лошадь его занести и сваливать отсюда. Во! В натуре я согласен с дачем. Дело говорит. Похищение у нас, блядь. Бей, хуя, сука, много, блядь. Кто вызвал вот это все дерьмо-то? Или у них сигналка стоит какая-то, что ли? Бля, у него, короче, и копы под прикрытием, и, ну, типа, его защищают, и у него делохранитель нахуя.
Ебать, прямо эпик с телом, блять. Надо, знаете, понимаете, надо защитить этого чувака, а то вдруг ему тоже в жопу пальнут, потом у него будет анальная пробка, и он не будет ничего говорить. Будет говорить, что мне больно, мне больно. Ну, вы поняли, да? Так, тихо. Где коп еще? Вот еще коп. Пошел в пизду. Все, бежим, бежим, бежим. Где? Ты что тут делаешь-то, ублюдина? На лодку давай, лодочник, блядь. Лодочник, давай, блядь, быстрее. Нет времени разъяснять ситуацию. Все, погнали. Я думаю, сейчас скрипт сработает, и все копы уйдут. Я думаю так. Бля, и Ленин тоже прыгнул. Все, вроде успешно все. Вроде заебись все. Кому мы всех расстреляли? Вообще жесткие чинки. Вообще, что за типы? You're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. Вот это да, вот это да. Кстати, ой, какая фраза хорошая. You stand for nothing. Me, I run a city. Блять, в натуре какие-то, блять, деревенские хайк просто всех расстреляли. Пиздец, и этого человека уважали все, блять, это пиздец. Даже переигрывать не надо было. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. Не-не-не, пиздобольство, пиздобольство, блять, мы просто ограбим и получим больше денег. Ты чё, охуел? No doubt. The law will find you. Already the dogs are on the way. Oh yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Жесткий сюжет пошел, блять. Если убью Дачу, я сейчас охуею. Он же, погоди, и пикертонами, да, управляет этот чел-то? Что-то Артурчик какое-то беспокойное лицо немного. О-о-о-о. Крокодил. Аллигатор. Бля, ну это было лишнее, я сейчас согласен. Ну, можно было побить, можно было забрать деньги, но, блядь, аллигатору как-то, ну, не знаю. Жестко как-то. Блядь, ладно. Хотя, с другой стороны, Дач тоже прав. Какой от него прок? Типа, блядь, похуй еще. Чё скажешь, чел? Пиздец? Ничего не сказал, просто промолчал. Просто Blood Liquid. Красная, точнее, это кровавая жидкость. Чё в дневнике? А, вот обычно, когда такие фоны, Артурчик в дневник что-то пишет. О, борода отросла, кстати. Раньше не было. Ну ладно, потом побреемся. Фу, чё-то он тоже промолчал. Никто ничего не сказал в ответ, да? Ну ладно, я уже думал, может, какая-то умная цитата будет. На сегодня, я думаю, пока что все, дорогие друзья. Было такое эпичное убийство Бронте. Это, блядь, я не знаю. Мне серьезно довольно странно осознавать то, что целый город буквально, не просто город какой-то там маленький, которых мы были, там грабили маленькие банки, деревенские и все прочее, а целый реально индустриальный город, индустриальная эра буквально, то, зачем будущее, как и сказал Дач в прошлом, этому человеку все поклоняются, и этого человека просто схватили, грубо говоря, 5 человек деревенских людей. Вот, поэтому, не знаю, Бронт стоил позаботиться о защите. Ну, вообще, он сам виноват, да? Он ведь сам виноват, да? Он нам дал ложную информацию по поводу ограбления. Он нас хотел посадить, то есть он, грубо говоря, хотел испортить нам жизнь. И не важно, что... То есть, если бы они попали в тюрьму, там, хер знает, что бы с ними вообще случилось. И, то есть, они как бы ему тоже отомстили, они испортили его жизнь. Поэтому, все-таки, ну, справедливо, справедливо, я хочу сказать. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно, мы продолжим
этот мир обследовать дальше. Сможем ли мы уехать в следующей серии, пока неизвестно. Но оставайтесь на канале, следите. Всем скоро, всем пока. И сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. А после этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть. Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram — это никнейм, если ВКонтакте — то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы отдельных пользователей. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру, то есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх, так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.